Я хочу начать с того, над чем я работал как раз перед тем, как спуститься сюда на лекцию. Я решил поделиться этим со всеми вами. Yesterday I received a message that one of the first devotees from the former Soviet Times, if you left your body. Вчера я получил сообщение о том, что оставила тело одна из первых преданных в Советском Союзе. Her name was Anandini Devidasi. Ее имя было Анандини Девидаси. And today I received a request from Bhakti Vigyan Goswami. И сегодня я получил просьбу от Бхакти Вигьяна Госвами. If I would write something. О том, чтобы я что-то написал на ней. Couldn't refuse his request, and therefore I took a little time before coming just to write a little something. Я не мог отказать ему в этой просьбе, поэтому прежде чем прийти сюда, я потратил некоторое время, чтобы написать о ней. I find requests of this nature coming more frequently. И я замечаю, что подобные просьбы стали ко мне поступать более часто, чем раньше. Sometimes the requests don't come. Иногда такие просьбы не приходят ко мне. I feel inclined to say something. Но я сам чувствую желание что-то сказать. But it's hard to keep up with all the devotees who are departing. Но трудно угнаться за всеми преданными, которые уходят с этого мира. But I oftentimes think how fortunate these persons are who have come in contact with Srila Prabhupada's mission. Но я часто думаю о том, насколько удачливы эти личности, которые соприкоснулись с миссией Шрилы Прабхупады, соприкоснулись с последователями Шрилы Прабхупады. And how at the time of their passing it is almost like the, in many cases these devotees are leaving this world as if it's sometimes it's if it's a welcome event. И как момент ухода этих преданных из этого мира, это можно сравнить как с таким новосельем. No fear. То есть нет новосельем. То есть в этом событии нет никакого страха, они абсолютно без страха уходят из этого мира. Радостное событие. I have many experiences of this. Of devotees who I've spoken to just hours before their departure. У меня было много таких ситуаций, таких опытов, когда я общался с преданными прямо за несколько часов до их ухода из этого мира. And simply speaking words of gratitude. И they were speaking words of gratitude. И при этом они просто выражали свою благодарность. Start listing them all, but it would become another talk. Я могу начать перечислять имена всех этих преданных, но это будет еще одна лекция. I was just listening just last week. Mother Vinodini, she was telling me how you all lost Sivananda Das recently, and how apparently he was fully ready to embrace the inevitable. Как раз Радха Винодини рассказывал мне, как Севананда Дас, он был полностью готов к встрече с неизбежным на прошлой неделе. And, told her how grateful I was that she shared that with me. Я сказал ей, насколько я благодарен ей за то, что на этом со мной поделилась. And how fortunate I felt to have such disciples who are who've lived their life understanding what the actual goal of life is. И я чувствовал себя очень удачливым, потому что у меня есть такие ученики, которые понимают, оставляют этот мир, понимают, в чем истинная цель жизни. Prabhupada really drilled into us that the goal of human life is to prepare for death. Прабхупада вновь и вновь утвердил нам, что цель to,
care for death. Что цель человеческой жизни в том, чтобы подготовиться к смерти. Which sometimes may seem to be like a negative approach to life. И это может показаться негативным подходом к жизни. But Prabhupada emphasized again and again that we should make this our last birth in the material world. Но Прабхупада снова и снова подчеркивал, что мы должны сделать эту жизнь последней в материальном мире. And he spoke about it very openly. Он очень открыто говорил об этом. And he didn't hold back in warning us about the inevitable. И он всегда не колеблясь предупреждал нас о том, что придет неизбежное. The words that I oftentimes resonate in my mind when Prabhupada was very, very ill in 1977, and he was telling all the devotees who were all very young at the time, don't think this will happen to you. У меня часто звучат в уме слова, которые Прабхупада произнес в 77 году, когда он был очень болен, и он был окружен молодыми, здоровыми учениками, и он сказал им, не думайте, что этого не случится с вами. Потому что когда мы молоды, мы не думаем, что с нами тоже это произойдет. But it happens. Но это происходит. Spoken by Yudhishthira Maharaj. Prabhupada цитировал стих, который произнес Юдхиштхира Махарадж. When he was asked by Yamaraj what was the most amazing thing in the world. Когда Ямарадж спросил его, что самое удивительное в этом мире. And Yudhishthira Maharaj's response, the most amazing thing is that every day hundreds of millions of living entities are being sent to the kingdom of death. Юдхиштхира Махарадж ответил, самое удивительное в том, что каждый день сотни, миллионы людей отправляются в царство смерти. Everyone in this world is looking for a secure position here. Но при этом каждый в этом мире ищет безопасного положения. What could be more amazing than this? Что может быть более удивительным, чем это? And there's no security in this world. В этом мире нет безопасности. Security comes in our ability to embrace the inevitable. Безопасность приходит из нашей способности открыто посмотреть в глаза неизбежному. Learn how to embrace obstacles in our life. Научиться, как преодолевать препятствия в нашей жизни. And learn how to step on the head of death personified. И научиться, как наступить на голову олицетворенной смерти. Make this our last life. И сделать это нашей последней жизнью. So, Анандини, she was quite ill for many years. Анандини, Анандини довольно сильно болела последние годы. Сколько лет она уже болела? About seven years. She never left her apartment and hardly could walk, but yeah. Other ladies visited her and helped her. She told me that. That's part of what I wrote about. Она мне об этом говорила. I just couldn't remember how many years it was. Я об этом написал. Я просто забыл, сколько лет. I thought it was something like 10 years. Мне казалось, что около 10 лет. I'm going to read what I just wrote before I came, just as a little offering to them. И я прочитаю то, что я написал перед тем, как спуститься сюда. Это небольшое подношение ей. I first met Anandini 30 years ago during my visit to Moscow in 1989. Впервые я встретил Анандини, когда я первый раз приехал в Москву в 1989. I always remember her as a very serious and caring devotee. Я всегда помнил ее как очень серьезную и заботливую преданную. Always eager to attend every program we conducted during those early times. Которая всегда очень сильно жаждала посетить каждую программу, которую мы проводили в те ранние дни. In the very early 1990s, I was stricken by what appeared to be a cholecystitis attack during a lecture in Leningrad.
In a lecture I was giving in Leningrad, I was stricken with what appeared to be cholecystitis, a gallbladder attack. В начале 90-х годов, когда я читал лекцию в Ленинграде, у меня случился приступ cholecystitis. You know what it is? Холецистит, желчный пузырь. Это произошло во время лекции в Ленинграде. I was in Leningrad at the time. Ленинград. Devotees did not know what to do with me because the hospital situation in Russia during that time was very unpredictable. И преданные не знали, как мне помочь, потому что ситуация с больницами в России в то время была крайне непредсказуемая. When Anandini came forward and insisted that she be allowed to arrange everything for me. Но Анандини вызвалась и настояла, что она все для меня устроит. In a Moscow hospital. И устроила меня в московскую больницу. Through her daughter, who was a doctor in that hospital. С помощью ее дочери, которая была врачом в этой больнице. The devotees packed me away in the train from Leningrad to Moscow. Преданные перенесли меня в поезд из Ленинграда в Москву. Actually, they literally packed me away. То есть буквально они, если дословно, как упаковали меня. There were no seats in the train. Там не было сиденья в этом поезде. And they paid the conductor to let me stay in the conductor's quarters. Не было места в этом поезде, и они заплатили проводнику, чтобы я смог проехать в купе проводника. So, I was all folded up in pain in the conductor's quarters. Я там был в исключенном состоянии от боли в купе проводника. And the devotees shipped me to Moscow. И преданные отправили меня в Москву. And devotees packed me away in the train from Leningrad to Moscow, and Anandini was there to receive me. Преданные отправили меня на поезде из Ленинграда в Москву, и Анандини встречала меня в Москве. To follow through with all the arrangements for me. Чтобы затем все устроить для меня все необходимое. She stayed on top of everything for me. Она руководила всем, что происходило. Until the proper diagnosis had been made and the treatment was prescribed. До того момента, пока не поставили точный диагноз и не прописали лечение. In particular, this one memory of her stands out in my mind from almost 30 years back. И особенно один случай, связанный с ней, очень сильно засел у меня в памяти уже в течение 30 лет. A little more than 3 months ago, чуть меньше 3 месяцев назад, on May 8th, 8 мая, devotees in Moscow arranged a gathering for many of the early devotees who joined during the communist times. Московские преданные организовали встречу для первых преданных, которые присоединились во времена коммунистов. I was also invited to take part to speak at this gathering. И меня тоже пригласили принять участие и обратиться к преданным на эту встречу. When I arrived, Anandini cheerfully greeted me. Когда я приехал, Анандини радостно меня поприветствовала. She tried to hold my attention as much as possible. И постаралась максимально привлечь мое внимание. Before more of the devotees who had already gathered in the other room found out that I had arrived. До того момента, как другие преданные, которые собрались в соседней комнате, узнали, что я уже приехал. She expressed so much gratitude to me for her experiences during those early visits to Moscow. Она выразила очень сильную благодарность мне за то, что она испытала во время моих первых приездов в Москву. While Anandini was speaking, I seemed to recall that she had not left her flat for many years due to illness. И когда мы разговаривали с ней, я узнал, что Анандини не выходила из своей квартиры в течение многих лет из-за болезни. I was therefore surprised to see that she attended the event and expressed this to her. Поэтому я удивился, что она приехала на это собрание, и я сказал ей о своем удивлении. She was obviously sickly. Очевидно, что она плохо себя чувствовала. But she joyfully spoke to me with great vigor. Но она радостно говорила со мной с большой энергией. She therefore had initially given me the impression by her enthusiasm alone that she was much healthier than she actually was. И поэтому своим энтузиазмом она создала мне впечатление, что она гораздо более здорова, чем она была на самом деле. But towards the end of our
semi-private but brief conversation. Но к концу нашего такого частного, ну, короткого разговора, she disclosed to me that her participation in this event was the first time she left her apartment in something like 10 years. Она раскрыла мне, что то, что она приехала на это собрание, было первый раз, когда она вышла из своей квартиры за последние примерно 10 лет. She told me that she did not want to miss this opportunity for the world. It's an expression. She did not want to miss this opportunity for the world. In other words, nothing would stop her. И она сказала мне, что она ни за что не могла пропустить такую возможность сделаться. Later, during our 90-minute discussion with all the devotees assembled, позже, во время нашей полуторачасовой встречи с собравшимися преданными, Анандини sat the entire time on the floor. Анандини все это время сидела на полу. Although many devotees were seated on chairs, she insisted she wanted to sit on the floor. Хотя многие преданные сидели на стульях, она настояла, чтобы она сидела на полу. Despite her obvious discomfort. Несмотря на очевидный дискомфорт. She seemed so happy just to be there. Казалось, что она очень счастлива просто от того, что она находится здесь. Just to listen. Просто счастлива просто слушать. And to drink up the opportunity to be in the association of devotees. И пить возможность быть в обществе преданных. That I simply forgot that she was not at all healthy. Так что я просто забыл, что она, что у нее плохо со здоровьем. When I was getting ready to depart from the gathering, и когда я уже готовился уходить с этой встречи, Anandini approached me once again and thanked me profusely. Она снова подошла ко мне и стала меня очень благодарить. For what she described as a very joyful and wonderful evening. Она сказала, что это был очень радостный и прекрасный вечер. I remember telling her that I was so happy to see her so enlivened. Я помню, что я ей сказал, что я очень счастлив видеть ее такой веселой. And apparently healthy. И, по всей видимости, здоровой. That the next time I would visit Moscow, I would be so happy to see her again. И в следующий раз, когда я приеду в Москву, я буду очень счастлив снова встретиться с ней. She smiled and thanked me. Она улыбнулась и поблагодарила меня. But now that I think back, но теперь, когда я оглядываюсь назад, it seems that she was expecting that she may not be around for my next visit. Мне кажется, что она ожидала, что во время моего следующего приезда ее уже не будет. She did not openly express this to me. Она не сказала мне об этом открыто. But now, having heard that she departed, everything seems to be coming together. Но теперь, когда я узнал, что она ушла из этого мира, все складывается в единую картину. I suspect that she sensed she would be departing very soon. Я подозреваю, что она предчувствовала, что скоро она уйдет. But she did not want to burden me with such a thought. Но она не хотела нагружать меня этими мыслями. In my mind's eye, I can still see the smile she had on her face as I was leaving. Своим мысленным взором я по-прежнему вижу улыбку, которая была на ее лице, когда я уходил с ней. Such a wonderful devotee. Такая замечательная преданная. I pray that Srila Prabhupada blesses her with the wonderful fruit of pure devotional service. Я молюсь, чтобы Шрила Прабхупада благословил ее прекрасным плодом чистого преданного служения. For all the sacrifices she made in service to this glorious mission. За все жертвы, которые она совершила в служении его великой миссии. Hare Krishna. I was just writing that just before I came to Sarabha Devisha. Я написал это прямо перед тем, как спуститься сюда, поэтому я хотел поделиться с вами. Very important that we should appreciate the sacrifices the devotees make. Очень важно, чтобы мы ценили жертвы, которые делают преданные. Prabhupada many times would say that anyone who comes to this movement is not an ordinary soul. Prabhupada много раз говорил, что каждый, кто приходит в это движение, необычная душа. That we should always be very, very careful. И мы должны всегда быть очень-очень осторожны. That we're not dealing with ordinary souls. Мы общаемся с необычными душами. Especially the devotees who came in their very early days, they made many great sacrifices. Особенно преданные, которые присоединились в ранние дни, они пошли на очень большие жертвы. Many times I remember when I traveled to different places.
Я помню часто, когда я путешествую по разным местам. In fact, Радханатх Махарадж does this often. На самом деле, Радханатх Махарадж часто так делает. He always, when he introduces me as somebody who made great sacrifices by preaching the Soviet Union during communist times. Когда он представляет меня как преданного, который пошел на большие жертвы, проповедуя в странах бывшего Советского Союза. But I always tell everybody, no, this is not true. Но я всегда говорю всем, нет, это неправда. I didn't make such big sacrifices. Я не совершил таких вот больших жертв. It wasn't so dangerous for me. Для меня это не было так опасно. The devotees who made sacrifices were the devotees who were living here. Вот преданные, которые действительно совершали жертвы, это преданные, которые жили здесь. They were making sacrifices. Вот они шли на жертвы. If they caught me, they just sent me over and I'd be back again. Если бы меня схватили, ну меня просто бы выслали из страны и не позволили бы назад вернуться. In fact, they did catch me once. На самом деле, один раз, да, меня арестовали. И ничего не произошло. I was warned. Но меня предупредили. But the devotees who were here, they were, they made sacrifices, big sacrifices. Но преданные, которые жили здесь, вот, они шли на большие жертвы. So, we've oftentimes, I know in Moscow, we've oftentimes had gatherings of the devotees who made sacrifices from early times, communist times. В Москве мы часто устраивали встречи преданных, которые шли на жертву в коммунистические времена. They're not ordinary souls. И это необычные души. They helped in some way to establish Śrīla Prabhupāda's movement. Они помогли установить движение Шрилы Прабхупады. I'm sure Śrīla Prabhupāda won't forget. И я уверен, Шрила Прабхупада не забудет этого. Prabhupāda is just too kind, too merciful. Прабхупада, он слишком добрый, он слишком милостивый, чтобы забыть кого-то, кто пошел на жертву ради него. I'm sure Chitapriya and Chaitanya Goswami, they have stories. Я уверен, что ваши такие рабы и Чайтанья Госвами есть свои истории. Вы когда-нибудь делились своими историями? Chitapriya, you shared your stories? Chitapriya, bro, вы делились своими историями? He doesn't like to speak so much. Он особо не любит говорить. He's very reserved. Он сдержанный человек. He doesn't want the attention. Он не любит привлекать. He's like the person we spoke about yesterday, who doesn't want attention. Он как тот человек, о ком мы говорили вчера, кто не любит привлекать свое внимание. But he also had to experience many of these austerities. Но он тоже испытал эти аскезы. What did I do? Что я сделал? I don't like it when people introduce me as a person who was going through dangerous situations. I mean, I never felt like I was in big danger. Мне не нравится, когда меня представляют как человека, который прошел через трудные ситуации. I think the most danger I was in was that one time when we were Amala Bhattis flat. Я не сталкивался с особыми трудностями. Мне кажется, самая большая опасность, которую я принес, это когда мы однажды были на квартире у Амала Бхакты. It was on Janmashtami. Было на Janmashtami. We had to wake Makar Amala, because the building was surrounded by police. И мы должны были ждать машины, потому что здание было окружено милицией. How long did we wait? Сколько мы сидели там в машине? Может быть, час где-то. We just sat in the car waiting for them to go away. Мы просто сидели и ждали, пока они уедут. The building was surrounding, the devotees couldn't come down, and we couldn't go up. Здание было окружено милицией, преданные не могли выйти оттуда, мы не могли подняться в квартиру. They were all waiting for a Janmashtami celebration. Милиция ждала, когда начнется праздник Janmashtami. And I had a flight that was leading me to Leningrad, I think, at something like 2 o'clock in the morning. А у меня был перелет, самолет в Ленинград, и он отправлялся где-то в 2 часа ночи. We were just sitting there waiting. И мы там сидели в машине. Finally, we went up there to Janmashtami. И в конце концов мы поднялись в квартиру и отпраздновали Janmashtami. Then I had to go back to the hotel. Потом мне надо было вернуться в гостиницу. Get my next flight to Leningrad. И отправиться на самолет в Ленинград. Probably the most dangerous.
Наверное, это вот самая большая опасность, с которой я столкнулся. Anyways, Anandini was one of those devotees. What year did she join? Do you remember? Anandini была одной из этих преданных. В каком году она присоединилась? 81. I think she joined later when devotees been released from prisons. Oh, really? Правда? But she sacrificed all her knowledge, all her intellect. She was a good translator from English. She translated nicely. Shared with young devotees. And she was first senior Mataji in Moscow. Her experience was necessary for other ladies. After that meeting with you, she phoned me the next day and she was very excited. She really liked the meeting and she was very jolly. She was very happy with that meeting. She was very joyful. So, class. Так, лекция. When did I speak? Was it yesterday? Yesterday. Когда я говорил, когда? Вчера. Yes, yesterday. Yesterday was something. I lost track. Так много всего уже. Sometimes I forget where I am. Иногда я забываю, в каком я городе. Sometimes I wake up in the morning. Иногда я просыпаюсь. I think I'm someplace else. И я думаю, что я в другом городе. I've walked into many walls. I've walked into many walls. Я во многие стены врезался. I remember one time I was in the budget now. Я помню однажды, я был в Нью-Раджатхане. I completely forgot I was in Нью-Раджатхане. I was thinking of someplace else. Полностью забыл, что я в Нью-Раджатхане. Я подумал, что я в другом месте. I very confidently walked to where I thought was the bathroom. И я уверенно пошел туда, где я думал находится ванная. And it was the stairs. А это была лестница. I went all the way down the stairs. Я немножко упал с лестницы.